Так, смотрите, ребята, это целое войско квадратов на нас наступает. Они огромные, они бесконечно идут на нас, ребята. Гаеськи, ребята, меня зовут Флавиус. И сегодня у нас бесконечное прохождение. И, ребята, нам будет сегодня непросто, потому что, смотрите, когда у нас тут есть. Это наш лучник. И, ребята, нам будет сегодня в бесконечном моде отбиваться очень и очень-очень трудно, потому что, смотрите, это бесконечное количество квадратов, ребята. И нам нужно продержаться как можно больше волн. Тут войско, оно прокачивается по ходу нашего сражения. Вот видите, тут нам нужно собирать вот эти наши монетки и вручную, так сказать. И за них потом мы, вот смотрите, сможем покупать тут в магазине. Но я еще не знаю, где тут магазин, правда. О, видите, первая волна отбита. И теперь мы как бы дальше идем. Вот, и мы можем тут наращивать наших, этих вот квадратиков и, ну, как бы выращивать, наращивать наших, наших друзей шариков, вот. Еда здесь тоже как бы накапливается, ну, так вот, постепенненько, вот. И здесь из портала выходят квадраты. С каждой новой волной они будут становиться, ребята, все сильнее и сильнее. Ну, и, в общем-то, все в таком вот дальше духе. Так, сейчас они поближе подойдут, нам нужно побольше монеточек собрать. И где-то, я не знаю, магазин тут будет или что. Сейчас мы тут всех вот так вот бабах. Так, копьеносцы уже. Да, уже не уничтожаются. И у нас, видите, лимит по войску 11 чувачков. Мы можем только выпихнуть, выкинуть наружу. И все, ребята, и больше ничего не можем. Так, и 2000 хп у нашего главного здания. Так, это вот как-то мне уже, ребята, не нравится. Ой-о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 й. Так, а как же мы... так, ну мы еще ничего тратить нигде не можем. Это сложное, конечно, ребята. Тут будет нам испытание, потому что... Опа, давайте... Вот, потому что, ну, такого мы еще не делали с вами, ребята, это новый режим, так что погнали. Итак, 50 еды, бычка, ну давайте добавим, нам немножечко нового юнита, бычка вот этого вот, ну, хотя, наверное, лучше к еде надо было прибавку сделать, это, наверное, поважнее сейчас, потому что она сюда совсем медленно идет. Так, стартовая волна началась, вот они выходят. Да, их еще тут, конечно, много будет. Ну, погнали, в общем-то. Так, погнали, погнали, погнали. У нас тут два лучника, один, который тут выходит, один, который стоит вот здесь сверху. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, целая армия, армия, армия. Так, куда нам только тратить это золото, ребята? Его просто некуда тратить. Что? Нас сейчас завоюют. О, нет, а ну... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, смотрите. Итак, наш новый рекорд. Это 3000... 2600 войска и волн 2 прожито. Да, конечно, не густо, ребята, не густо. Так, ну чё, еще раз давайте попробуем, что ли? Так, о, и видите, зоны меняются тоже, ребята. Так, добавим персонажа, добавим вот этого сюда еще и вот этого. Я вот подумал, что лучше нам прокачать будет вот этих парней. Только странно, а чё? Почему они три одинаковых сюда добавились? Это вот непонятно мне. Так, но нам нужно еду прокачивать, ребята. Это сейчас поважнее будет. Так, смотрите, ребята, это целое войско квадратов на нас наступает. Они огромные, они бесконечно идут на нас, ребята! Вот это да. Так, ладно, ладно, ладно. Эй-эй-эй, я хочу луком, справиться, а то у нас другого выхода нету. Ух! И еду. Все, ребята, и все в еду. Отлично. Так, и теперь давайте у нас 60 есть. Еды, все, вызываем. Не, надо первое время, ребят, в еду влаживаться, потому что что-то вообще без еды нам тут не жить. Так, дальше, что у нас? А, и эти воины, они остаются как бы на следующую волну. Ну, рюкзак у нас обновляется, видите, он как бы, ну, скидывается заново. Вот оно как. Ну, хорошо, что ж, смотрите, лучник там стреляет. Хорошо. Квадраты, ну, тут уже посильнее, конечно, парни выходят. Ну, сейчас надо будет вызвать... Еще одного.
Так, солдат. А хотя... Не, ладно, не будем вызывать. Подождем, пока они подойдут, тогда уже вызовем. Потому что лук пока что у нас это очень сильное оружие. Все. Огонь на поражение. Так. Только вот куда деньги тратить, непонятно мне еще как. А, и вот видите, за уничтожение квадратов нам тоже дается еда. Или нам вообще только за уничтожение дается? Я вот это еще не понял, ребята. Так, ну у наших по 7 урона тут как бы не так, чтобы много. Эй, не трожь войско, не трожь нашу крепость. Может, я неправильно прокачал, ребята, как-то войско? Да вроде же правильно. Чё так как-то странно мы получается. Да, нам еду за уничтожение дается. Или нет, или оно накапливается. Ладно, третья волна, в принципе, две мы пережили, но третью пока что нет. Так, вот оно, ребята. Вот, добавим один уровень. Вот, хорошо. А кому мы добавили-то один уровень? Непонятно. Ну ладно. Ну тогда подпускаем поближе к луку. Так, третья волна, ребятушки. Давайте. Поближе. Давайте, подходите, квадратики, прямо к границе. И огонь! Бабух! Есть! Да, ребята, видите, нам дают еду за уничтожение именно юнитов. Получается, если мы их не уничтожаем, еды нам не дается. Вот это да. Ну и третью волну мы, получается, опять не переживаем. Потому что я не знаю, где здесь магазин есть. Или что? Да ну нет, опять проиграли. Эх. И бесполезно, получается, и билеты тут эти покупать. Ну, третья волна, это уже лучше. Апгрейд. А, тут как бы отдельный апгрейд. Получается, что ли? Ну да, ребята, тут отдельный апгрейд идет. Ну, допустим, давайте усилим наших простых воинов. И перезарядку этого усилим тоже. Так, ну что ж, погнали. Теперь, смотрите, мы на свалке будем обороняться. Ну, погнали. Так, теперь какие... Да, вот, все, теперь у нас 6 уровень персонажа. Вот, отлично. И еду мы, соответственно, тоже можем прокачать, ребята. Все, я понял, как это, что работает. Ну, хорошо. Тогда давайте, ребята. Бесконечный мод нам открылся новыми красками. Так, и смотрите, мы прокачали, видите, до 6 уровня наших парней. Они уже посильнее. Они могут уже отбивать атаки. Класс. Так, все. Вот, правда, с едой напряжно нам, ну ничего. Следующий. Так. Ой, нет, ну зачем? Золото не надо было, наверное, брать. В принципе, оно нам не нужно пока что. Ну ладно, так, что ж, погнали. Погнали сражаться за наше королевство. Вот, и теперь еда за счет уничтожения накапливается куда лучше. Но нам нужно накопить на третий уровень, поэтому давайте пока подождем. Что у нас? 4700 уже. А, ну это ж я выбрал там золото. Хорошо, ребятушки. Так, погнали. И все, в принципе, всех мы сейчас тут наказываем. Так, ну лучника мы пока что не будем трогать. Он у нас пока, так сказать, в резерве. Не, ну он классно стреляет, смотрите, сверху. Его-то не могут задеть никак. Ну, крепость нашу немного заденут. Ну, ничего, мы потерпим. Так, все, за 150 мы апгрейдим нашу еду. И вперед, получается. Так. Ну, что-то у нас только один этот персонаж выпадает, и все. Эх, что-то как-то непонятно. Другие персонажи не выпадают еще. Вот сколько за одного дают, интересно-то. Тут какая-то волна будет, что они накопятся. Так, ребята. Ой, становится опасно. Оп. Ну шо, выходите, негодяи. О, нет, они опять застакались, ребята. Да уж, сложно. Но пройти, в принципе, возможно, ребята. Так, что ж, если вам это видео понравилось, то вы, соответственно, поставьте лайк. И, кстати, за волны, видите, мы можем открывать сундук.
Так что, ребята, вы поставьте лайк, подпишитесь на канал обязательно. Ну а тем временем, с вами, как всегда, был Фулавиус. Увидимся в следующих сериях. Adios, amigos!